Привет, успешные. Ну что, расскажу вам страшную историю, как я покапнулся в соцсети под названием Дзен. Очень активно ее вел последние полтора года, но у меня почему-то там не набиралась аудитория, не было просмотров на постах, на роликах. То есть везде есть, в Ютубе есть, то есть ролики, посты нормально набирают, а в Дзене нет. Ну, думаю, все, херня не моя соцсеть. Какой-нибудь там теневой бан или еще какая-нибудь херня. До сегодняшнего момента, когда я полез изучать функционал Дзена, да, где там делать плейлисты, еще что-то, да, ну у нас же сейчас ведь новый тренд тут, замедление работы Ютуба, там блокировка Ютуба и, короче, веселье нам подкидывают здесь некоторые товарищи. Так вот. Ну, надо же ролики с Ютуба как-то перезаливать там во ВКонтакте, в Дзен там и так далее, да. Вот, я и так в Дзен перезаливал, но мне надо было восстановить. То есть я там давно ничего не перезаливал, как-то забил на это дело, решил не вести, раз не идет. Ну, и полез разбираться, в итоге что получилось. Захожу в эту вкладочку, там есть уведомления, где порой там видно, кто поставил лайки, там где какой-то неадекват какую-то херню написал очередную. Вот. А есть еще одна вкладочка, называется «Предупреждение». Я думаю, что же за вкладочка такая? Никаких ярлычков у нее нету, типа там какие-то новые предупреждения. Знаете, как бывает, там кружочек ставят и циферки там, типа такое-то количество предупреждений. Вот этого вообще там не было, то есть такая неприметная вкладка. Думаю, дай зайду, посмотрю. Зашел и увидел вот такую картину. Вот сейчас тут скриншот появится. Оказывается, весь мой контент за последние полтора года, который я туда постил, видели только мои подписчики. А у меня подписчиков на Дзене, ну, сейчас их стало там почти 500, а было мало, 20-30 человек. И получается, что весь мой контент видели только подписчики. А все почему? А потому что у меня в контенте ненормативная лексика. То есть у меня используется мат. Я к мату отношусь спокойно, я его контролирую, я его знаю, где использовать, где его можно, где нельзя, с кем, когда, в какое время. Ну, то есть я не сапожник, который матерится на камне, не быдло, да, которое там мат использует в повседневной речи, там, при общении с детьми, в семье, там, в общественных местах, оскорбляет кого-то. Нет, у меня мат, он такой творческий, для придания какой-то там перчинки, юмора, да, для передания каких-то эмоций. Ну, то есть, такой мат. И вот видите на скриншоте, да, ненормативная лексика. Посты видят только ваши подписчики. Все, бинго, полтора года просто просрано. Просрано в Дзене. И вы заметили, что в этом видео я не матерился? А все почему? А потому что этот ролик у меня пойдет не только на YouTube, а он пойдет еще и в Дзен, и во ВКонтакте. Возможно, и ВКонтакте. Секрет-то в том, что они пессимизируют ролики с ненормативной лексикой. Так что мне осталось только материться вдоволь. Это в Телеграме, где нет алгоритмов. И, в принципе, могу себе позволить там что угодно, да. Так что вот так вот. Тут, глядишь, и перевоспитаешься в 42 года. Будешь говорить красиво, литературно, выражаться правильно. Что не сделаешь ради вас, любимые подписчики. Так что вот, имейте в виду, когда вы ведете соцсети, обращайте внимание на их правила. Да, возможно, там есть какие-то нюансы, о которых вы не знаете. То есть вы не специально, вот я же не специально скидывал туда такие ролики, а просто я делал контент для таких соцсетей, в которых это все дозволительно, да, то есть это где можно, ну, то есть тот же YouTube, тот же Instagram, вроде бы, да, там это не запрещено. Вот, соответственно, и без задней мысли это все просто репостил, да, как я в видео раньше рассказывал, что я контент переиспользую, делаю одну единицу контента, а потом ее просто распространяю по другим соцсетям. Вот, а правила этих соцсетей могут быть
разными не отличаться. Так что вот, учитесь на моих ошибках, ну и материтесь только в Телеграме. Всем мира!